Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Fielder гибрид 2016 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 74 лошадиные силы, АКПП передний привод, имеется камера заднего вида, спойлер, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, гибридная установка на 45 кВт, пробег 167 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженная ткань, имеется режим эко, система курсовой устойчивости, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, обогрев заднего стекла, мультируль, кнопка старт-стоп, противотуманные фары, корректор фар, автосвет, помощь при предотвращении столкновения, контроль полосы, электрорегулировка зеркал, 4 стекла подъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.